Проходите, пожалуйста. Располагайтесь. Извините. Вот журналы и конфеты. Доктор сейчас подойдет. Ну, теперь, Гоша, ты наконец успокоился? Практически. Ну что, это место не похоже на психушку. Я уверена, что маме здесь будет хорошо. Не правда ли, здесь очень мило? Надеюсь, мы не совершаем ошибку. Единственная наша ошибка – это то, что мы не поместили ее сюда раньше. А может, стоило подождать до Рождества? Ты в своем уме, Петечка? Если бы мы не привезли ее сюда сегодня, завтра ее снежное Рождество обошлось бы нам в 500 000. Возможно, Петруша прав. Можно было оставить ее дома с сиделкой и... Еще немного, и сиделка понадобилась бы мне. Вы уже забыли, каких нечеловеческих усилий нам стоило оформить опеку над ней? Да еще накануне праздника. Забыли? Нам? Нет, ты слышал? Да не будь я прокурором, а Гоша депутатом. Хотел бы я посмотреть, как бы ты получила решение суда. Да если бы не я, вы бы с места не сдвинулись. Сидели бы и ждали, пока она не потратит все наши деньги. До последней копейки. Все, Лиля права. Нам не стоит сейчас ссориться. Давайте вести себя как цивилизованные люди и поскорее покончим со всем этим. Простите меня, что я заставила ждать, пока закончу с формальностями. Пойдемте, я покажу вам клинику. Как говорится, устрою небольшую экскурсию. Да-да, пройдемте. Пожалуйста. Благодарю. Пожалуйста. А это... наше административное крыло. У вас действительно очень мило, доктор. Ну что, нам понравилось. Очень уютно. Да, нам говорили, что это идеальное место для нервнобольных. Мы стараемся делать все, что подсказывает нам опыт быстротекущей жизни. Маме здесь будет хорошо. Вера, попробуйте вот этим. Ой, спасибо, Моисей. Свет! Зажгите свет! Ой, осторожно, не столкните меня! Очевидно, вошла тетя Люся. Моисей, бегите к выключателю, пока ничего не случилось. Ой. Свет! Дайте свет! Тетя Люся, пожалуйста, зажгите свет! Зажгите свет! Тетя Люсь, когда-нибудь вы выключите свет в такой неподходящий момент, что с кем-нибудь
случится несчастье. Тетя Люся, это несправедливо. Вы заставляете страдать других, а сами хотите попасть в рай. Вы не любите электрического освещения, а другие любят, когда светло. Я вас очень прошу, будьте умницей и оставьте в покое выключатель. Давай. Верочка, а что вы делаете? Я ее достану. Осторожно! В следующий раз, когда вам понадобится книга, которая стоит слишком высоко, позовите, пожалуйста, меня. На вас мог свалиться шкаф. Еще ни одна хорошая книга никому не принесла вреда. Терпеть не могу все на свете! Особенно терпеть не могу крем от морщин, сериалы, селедку, кружева, компьютеры, милиционеров, мочалку, горчишники, фракции, базары, свиней Достоевского, макароны, электричество. А долго нам еще ждать прихода этой Самойловой? Расскажите, какая она? Я ее еще не видела. Знаю только, что ее зовут Ольга Николаевна, а жить она будет наверху. С нами. А вот комната вашей матери. Маме здесь понравится. Как мы не догадались, что у нее не все в порядке с головой еще тогда, когда она собиралась стать оперной дивой. Вы слышали что-нибудь подобное? Женщина в ее возрасте, старуха, вдруг решила стать оперной певицей. Вот здесь нас ничто не удивляет. Вяза! Вяза, вяза, бель! Дати она, прошу! Прекрасно! Вы можете объяснить нам, доктор, что означает эта плюшевая собака, с которой она постоянно носится? По-видимому, это остаточный материнский инстинкт, прошу. А по-моему, это демонстративное пренебрежение правилами приличия и хорошего тона. Все ее действия противоречат закону и здравому смыслу. Статья не помню какая. Постарайтесь вспомнить, не было ли других подобных случаев в вашем роду? Видите ли, доктор, она нам не родная мать. Отец женился второй раз, когда мы были еще маленькими. А, понимаю. Но она была нам хорошей матерью. Да, мы все к ней очень привязаны. Все было хорошо до тех пор, пока она, ну, сами понимаете, это большое несчастье для нашей семьи. Боюсь, что я не смогу ничем вам помочь, пока сам не прослежу за ее поведением. Вы доктор, вам и карты в руки. Ну, в смысле, вам виднее. Доктор, простите, пожалуйста. Можно вас на минутку? Извините. В регистратуре не могут заполнить карточку пациентки Самойловой. Почему? Она не отвечает на вопросы. Ну, хорошо, я потом разберусь. Извините. Я провожу вас в гостиную. Прошу. Кто-то выходит из кабинета доктора Павленко. Один, два, три. Три незнакомых человека. Они идут сюда. Мы сидим жить. А давайте спрячемся и послушаем их, а? Это называется шпионить. Пойдемте, тетя Люся. Будем шпионить. Давайте я подежурю возле выключателя. Нет. Неудобно, если гости войдут в темную комнату. Я пойду с вами, но это в последний раз. Когда я становлюсь на колени, я всегда рву колготки. Ну, нет, я... А вот наша гостиная. Сестра, приведите пациентку. Сейчас, доктор. Не буду вам мешать, оставляю вас наедине. Ни в коем случае. Прошу вас, доктор, не уходите. Ну, я пойду и посмотрю, что там стряслось в регистратуре. Доктор, не уходите. Останьтесь. Чем скорее все это кончится, тем будет лучше для всех нас. Доктор, вы ведь ее не знаете, она будет нам мстить. Доктор, вы понимаете, она считает, что это я виновата, что ее сюда поместили. Хорошо, если бы она была некрасивой. Не люблю соперниц. Она вряд ли сможет затмить тебя, Верочка. Пожалуйста, Ольга Николаевна, входите.
Прошу вас, Ольга Николаевна. Мама, мы здесь задержались, чтобы попрощаться с тобой. Лиля, я тебя не выношу. Она повторяла это всю дорогу. Ваши дети сейчас уйдут? Вы не хотите попрощаться? Ваши дети хотят попрощаться с вами, Ольга Николаевна. Вы не знаете, доктор, почему последние годы на Рождество нет снега? Нет, я не знаю. А я думала, вы все знаете. Вы же доктор. Для кого этот дом? Этот дом называется «Тихая пристань». Теперь он будет и вашим домом. А меня зовут доктор Павленко. У вас красивая елка. Правда, было бы замечательно, если бы люди тоже светились в период любви. Лилия? Да, мама. Ведь ты тоже светишься, когда влюблена. Я знаю, как быстро ты воспламеняешься. Но ты правда не умеешь любить. Так, Петруша, Гоша, нам лучше уйти. Мама опять говорит гадости. Доктор, я завтра же пришлю все остальное. Сегодня я взяла необходимые вещи. Ну хорошо, если вы захотите приехать завтра и навестить свою мать, вы можете привезти абсолютно все, что сочтете нужным. К сожалению, завтра вряд ли получится. До свидания, мама. До свидания, мама. Если вам что-нибудь понадобится, Ольга Николаевна, сестра позаботится о вас. Какой симпатичный пес! Ой, у него потерялся один глаз. А может быть, вы потеряли его в кабинете? Я схожу посмотрю. Не беспокойтесь, он потерялся еще осенью в театре. Я бы его, конечно, нашла, но дирижер запаниковал, когда я стала зажигать спички во время премьеры спектакля «Волшебный огонь». Вы никогда не угадаете, зачем он мне нужен. И, пожалуйста, не разговаривайте со мной так, будто я выжила из ума. Что вы, простите? Я надеюсь, мы будем друзьями? Конечно. Вы хотите знать, почему я никогда не расстаюсь с этим псом? Я слишком стара, чтобы взять себе любовника. И слишком брезглива, чтобы спать с кошкой. Ну тогда вы совершенно правильно сделали, что привезли его сюда. Может быть, снимите шляпу? Да. Если я должна провести здесь остаток своей жизни, конечно, стоит снять шляпу. Она потрясающая. Я мечтала о такой шляпе, когда мне было 17. Но тогда я не могла ее себе позволить, поэтому она у меня сейчас. Она мне здесь не понадобится. Может быть, вам пригодится. Нет, пускай лучше она останется у вас. Я в ней буду похожа на пугало. Вы правы. Пусть кто-то один будет похож на старое пугало. Хотите подняться наверх? Меня пора запирать на ключ. Да вас никто не собирается запирать на ключ. Вы привезли с собой один чемодан? Его привезла моя дочь. Они меня не спрашивали. Я схожу за вашим чемоданом. А завтра утром вы сможете осмотреть дом. Я попрошу вас подождать меня здесь. Одна? Ну, конечно. Без наручников? Мы применяем к нашим гостям систему доверия. Она идет.
Система очень крепкого доверия. Люба говорит, что решетка для того, чтобы держать за ней весь мир. Посмотрите, он живой. Вера, перестань нас пугать. Не беспокойтесь, он ничего вам не сделает. Он не кусается? Он не кусается, не гадит, не лает. О, если это так, тогда он мой друг. Может быть, нам лучше представиться? Вы, должно быть, та самая Самойлова, а я Надежда Гордеева. Очень приятно. Мы ждали вас весь вечер. Мы очень рады, что вы с нами. Разрешите представить вам Веру Гришко? Скажите, что вы меня любите. Мы только что познакомились. Это не важно. Пусть вы даже скажете неправду. Мне так нравится, когда люди говорят, что любят меня. Я уверена, что вас все любят. Ну, видите? А я вам говорила, что она симпатичная. Добро пожаловать в Тихую пристань. Спасибо. Лучший климат во всей стране. Это Моисей. Он профессор. Он знает все на свете. Добрый вечер. И наша тетя Люся. Вообще-то ее зовут Людмилой, но мы называем ее просто тетей Люсей. Очень приятно. Терпеть не могу все на свете. Особенно терпеть не могу прыщи, зеркала, могильные плиты, ключи, корабли, кильки в томате, харакири, Мерлин, Монро, пьяных, капусту, соль, гром. Терпеть не могу. А почему вы не любите все это? Тетя Люся не может вам ответить. Она только называет вещи, которые не любит. Она добрая, просто очень упрямая. Тетя Люся перестала разговаривать лет 20 тому назад. Почему? Ее муж постоянно советовал ей замолчать. Она так и поступила. Она замаливает грехи и дала обет не пользоваться электричеством. Вы мудрая женщина, Людмила. Мудро поступает тот, кто говорит мало. Но самая большая мудрость – это вовсе не говорить ничего. Вы хотите взять его на руки? А он ей понравился. Она мне тоже понравилась. Как там наша новенькая? Я буду лично наблюдать ее. Простите, доктор. Мне показалось, что эти люди привезли сюда свою мать против ее воли. Если мне понадобится ваше мнение, сестра, я вас прошу. Но, доктор, ведь врачебная этика... Я однажды сделал для вас исключение, и если вас что-либо не устраивает... Простите. Ну вот и хорошо. Так или иначе, я вынужден был принять заявление от ее детей. Они должны внести крупную сумму, которая позволит залатать дыру в нашем бюджете. Или вы хотите, чтобы мы все завтра оказались на улице? Нет. О! Вот, берите ее вещи, идите наверх и проследите, чтобы все вовремя легли спать. Мы не представили вам Дениса. Дэн, иди к нам. Он у нас такой стеснительный. Прошу простить меня за то, что протягиваю вам левую руку. О, пожалуйста. У вас болят зубы? У Дэна на лице шрам, он не хочет пугать людей. О, меня испугать не бойтесь. Я ведь каждое утро вижу себя в зеркале. Ну, теперь вы знаете всех. Нас немного в этом доме. Надеемся, что и вам здесь будет неплохо. Спасибо. Ах, да, простите, я не представилась.
Самойлова Ольга Николаевна. Ольга Николаевна, но вы еще не со всеми познакомились. Вы еще не видели моего мальчика. Ах да, я и забыл. А где он? Ну, он только что был здесь. Возможно, он вышел за дверь. Сейчас посмотрю. Глеб! Глеб! Вы ее не обидите? Что вы? Ни в коем случае. А кто этот Глеб? Ее сын. Как? И ее сын здесь? Да, он родился тут. Там его нет. И в комнате я посмотрела. Странно. Посмотрите-ка. Заснул прямо на полу. Муж говорил мне, что я не могу быть хорошей матерью. Это мой сын Глеб. Вы любите детей, не правда ли? Да, всех. За исключением своих. Сколько ему месяцев? Ему 5 лет. Он выглядит старше? Извините меня, я должна уложить его в постель. У него корь. Боюсь, как бы он вас не заразил. Пойду отнесу Глеба в комнату. Мне так неловко. Извините меня. Три, два, один. Слушай. Опять этот звук. Уф. Какая тирания. А что это такое? Этот противный треск. Сигнал расходится по своим комнатам. Издержки технического прогресса. Совершенные машины и никакой человечности. Какой? Нам не пристало рассуждать. Спокойной ночи. Мы никогда не говорим «спокойной ночи». Это означает, что дальше ничего не будет. Что значит «ничего не будет»? Не удивляйтесь словам Дениса. Во время войны, ну той самой, его вертолет загорелся. Скажите, его лицо сильно изуродовано? Нисколько, нет. Но его рана более глубокая, чем может показаться на первый взгляд. Из всего экипажа уцелел он один. Вы, конечно, уже поняли, что мы с Моисеем единственные, кто может уйти отсюда в любой момент. Мы не могли сказать вам при всех, чтобы не огорчать их. Простите, тетя Люся, я забыла, что вы здесь. Но я говорила не о вас. Готова откусить себе язык. Извините меня, пожалуйста. Я должна попросить у нее прощения, а то она будет на меня сердиться, ведь скоро Рождество. Тетя Люся... Моисей, вы слышали сигнал? Спокойной ночи. Они все приходили к вам знакомиться. Здесь была тетя Люся и 4 остальных, которым, судя по их возрасту, рановато здесь находиться. Вы правы. Пойдемте, я провожу вас в вашу комнату. Если бы люди хоть иногда ходили по краю ковров, они бы не протирались посередине. Ёлку укрепляли в спальной. И она, оттаивая, наполняла квартиру запахом хвои, запахом Рождества. А в 6-7 часов вечера, когда сгущались сумерки, высоко в темно-синем украинском небе, прямо над большим тополем во дворе, зажигалась звезда. Потом зажигали елку. Убирали ее заранее. Сначала вешали на нее крымские румяные яблочки, потом апельсины и мандарины на красных гарусных нитках. Потом золотые и серебряные орехи. Потом хлопушки. Потом конфеты и пряники. Все по порядку. Потом игрушки. А под самый конец — свечи. Ой,
Какая чудесная елка! Ее же можно все съесть! До революции все елки были съедобными. Их наряжали исключительно для детей. Да, Глебу она очень нравится. А вы бы могли стать настоящим артистом, Моисей, если бы занимались регулярно. Проходите, Ольга Николаевна. Надеюсь, вы провели чудесную бессонную ночь. Я прекрасно провела ночь, спасибо. Я совсем не спала. Поздравляю всех! Сегодня сочельник на вечере Христова. Жаль, что вы опоздали на концерт Моисея. Я все слышала. Это было ваше собственное сочинение, Моисей? Нет, это Чайковский «Щелкунчик». Но обработка моя. Алло! Доброе утро, Георгий Александрович. Да нет, что вы, я не издеваюсь. Нет, я ничего не слыхал. Да, приносили сегодня газеты, но я... Ваша мама в полном порядке. Ну, не стоит так волноваться. Приедете? Ну да, сегодня же Рождество, я рад, что вы... Простите? Что-что? Который час? Прошу вас, не надо. Не берите газету, пожалуйста. Разве вы не видите? Ольга Николаевна хочет почитать газету. Но мы никогда не читаем газет. Пока со дня их выхода не пройдет месяц. Лучше узнавать о всяких ужасных событиях через месяц после того, как они произошли. За это время мы успеваем узнать, что все прошло, и уже ничего не поделаешь. Нет, в газете должно быть описано об одном важном деле, о котором мне надо знать. Но я должна узнать об этом сейчас, не через месяц. Я начала кое-какие дела и хочу знать, как они идут. Если вы найдете там что-нибудь неприятное, не говорите нам. Не говорите. Пожалуйста, не говорите. Пожалуйста, пожалуйста. Не говорите. Пожалуйста, не говорите. Это вчерашняя газета. А мне нужна сегодняшняя. А она еще не пришла. А когда она приходит? Я не знаю. Наверное, завтра. Да. А телевизор здесь работает? Там не хватает предохранителя. Чего не хватает? Предохранителя. Его всегда вынимает доктор. И никто не знает, куда он его прячет. Да. О, боже. Эта стена очень высокая. Метра три. Понадобится, по крайней мере, стульев 7. Входная дверь всегда закрыта? Всегда. Всегда. Может быть, на свете есть места получше этого, но если вы пойдете их искать, то можете и не найти. Да. А это место потеряете. Вы привыкнете, а потом вам понравится здесь. Да. Я нахожу вас очень милыми, но... Но вы... Что мы? Пожалуйста, не говорите ничего плохого. Мы должны идти. Куда? Нам пора в сад на прогулку. Да. Мы должны поднести дорожки. В саду растет живая елка, на ней уже горят фонарики. А пойдемте с нами, Ольга Николаевна. Я вам покажу кормушки для птиц. Нет, прошу вас, идите без меня. Я останусь здесь, мне нужно кое-что сделать. Можно узнать, а почему вы так странно ходите? Я считаю, что нужно вытаптывать ковры,
равномерно во всех местах. Какая прекрасная идея! Сейчас я вам помогу. И я вам помогу. Мы все должны помочь Ольге Николаевне. На помощь! А почему бы и нет? Это забавное развлечение. Большинство женщин заставляет нас кружиться вокруг них. Ольга Николаевна, смелее! Мы с вами! Я не хотела начинать этого шествия. Вы что, не слышали сигнал? Пора идти в сад. Я боюсь, это я во всем виновата. А нам не хотелось идти в сад. Но вы так заботились о бедных птичках. Вы что, хотите, чтобы они все погибли? Я не хочу. Я не хочу, чтобы кто-то погибал. Это правда. Верочка и мухи не обидит. Она ловит их и выпускает на волю через окно. Мухи обожают ее. Но сейчас зима и мух нет. Поэтому, я думаю, будет лучше, если вы все пойдете в сад кормить птиц. Друзья мои, быстрее одевайтесь и не забудьте поделиться пшеном с Ольгой Николаевной. А вы не идете гулять? Я хотела бы поговорить с вами наедине. Это чудесно. Пойдемте, я помогу вам одеться. Вы должны мне помочь. Я могу многое для вас сделать. А вы хотите меня подкупить? Как вы догадались? Ну, это пытаются сделать все вначале. Мое предложение будет несколько иным. У меня большие возможности. Я вам дам 20 тысяч долларов, если вы сегодня вечером оставите открытой входную дверь. 30 тысяч. Мы вам не понравились, Ольга Николаевна? Это не ответ на конкретное предложение. Вы бы могли тоже уйти отсюда. Но я не хочу уходить отсюда. 50 тысяч. Вы сможете объехать весь мир. Увидите Рим, Париж, острова Тихого океана. Рим я уже видела, в Париже была, на островах Тихого океана тоже. Я 4 года работала медсестрой на флоте. Однако 50 тысяч долларов могли бы вам пригодиться. А где вы их возьмете? Это же огромные деньги. Я могу достать их сейчас же. Я вам верю, но, к сожалению, не могу принять ваше предложение. Значит, вы отказываетесь мне помочь? Тогда у меня не остается другого выхода, как только поджечь этот дом. Ольга Николаевна! Ольга Николаевна! Я уверена, что вы этого не сделаете. Почему? Но здесь же особенные люди, не все смогут спастись. Подумайте о них. Если вы считаете, что это место для меня подходит, почему вы взываете к моему рассудку? Я взываю к вашему сердцу. Хорошо. Но я все равно выйду отсюда. Просто если бы я смогла вас подкупить, это обошлось бы намного дешевле. Теперь мне понадобится, по крайней мере, пару миллионов. Видишь? Я повесила кормушки, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. И что же вышло, Вера? Ничего. Птицы просто клевали зерно. Но это был очень интересный эксперимент, между прочим. Верочка, а ты во все кормушки положила пшено? Скоро Рождество. А снег так и не пошел. Осторожно. Щедрый вечер, добрый вечер, добрый влюблён на здоровье. Щедрый вечер, добрый влюблён на здоровье. Ольга Николаевна, идите к нам. Ольга Николаевна, идите к нам. Ольга Николаевна, идите к нам. Ольга Николаевна. Идите к нам, идите сюда. Вот. Ольга Николаевна, пойдемте, я вам покажу, какую мы повесили кормушку. Смотрите, видите, это я сделала. А вон еще одна. Вон, видите? Пойдемте, пойдемте. Моисей, это же для птиц. Вот. Ну и что? Вот, птицы сюда прилетают и клюют пшено. Моисей, ну это не для тебя, это для птичек. Добрый день. Здравствуйте. Где пациентка Самойлова? Я только что отправила ее в сад. Как она выглядела сегодня утром? Как обычно, она уже предлагала мне деньги. И сколько она вам предложила? О, столько мне еще никто не предлагал. 50 тысяч долларов? Бедная женщина. 50 тысяч. Она чувствовала себя уверенно?
Она говорила так, как будто не ее опекуны, а она сама распоряжается своими деньгами. Так оно и есть. Я только что говорил по телефону с ее детьми. Они скоро будут здесь. Продажа торговой марки «Самойлов» уже стала главным экономическим скандалом наступившего года. Все заводы по производству алкогольной продукции были проданы вдовой покойного олигарха Ольгой Самойловой за 100 миллионов долларов. Прокурор Петр Самойлов и депутат парламента Георгий Самойлов утверждают, что сделка незаконна, поскольку они являются опекунами своей матери, которая находится в психиатрической лечебнице. Сегодня утром депутат Самойлов официально заявил о закрытии фонда счастья и отмене праздника «Снежное Рождество». Где находится 100 миллионов долларов, знает только Ольга Самойлова. Это самая невероятная история из всех, которую я когда-либо слышала. Когда же они обо всем узнали? Сегодня утром позвонил ее сын депутат и просил не спускать с нее глаз и запереть на все замки. Я потребовал не спускать с нее глаз. Может, приставить к ней охрану? Нет, я не понимаю. Я не понимаю, как она смогла провернуть все это. Она продала все и оставила их с носом. 100 миллионов. Вот эта женщина. 100 миллионов. 100 миллионов долларов. Мы сделаем все, чтобы их вернуть. Такие деньги, они ни перед чем не остановятся. Вот, депутат украл. У народа праздник, Рождество отменяется. Газеты уже ухватились за это. О! А ведь это все ты, Лилька. Молчи, новости. Скандал, связанный с именем депутата Георгия Самойлова, набирает обороты. Народный депутат пытается лишить народ праздника. На центральной площади у главной елки столицы собрались сотни возмущенных горожан. Они требуют снега, поскольку снег им обещала Ольга Самойлова. Да выключи ты этот чертов радио! Что ты? Тихо вы! Вы собираетесь ее изолировать? Ни в коем случае. Иногда мне хочется найти способ изолировать родственников. Зачастую они приносят намного больше беспокойства, чем больные. Что же она могла сделать с деньгами? Ну, не могла же она их все истратить? Я тоже так думаю. Вы полагаете, она знает, где находятся деньги? Более того, об этом знает только она одна. О! Вероятно, эти миллионы стали причиной ее помешательства. Мир так странно устроен, что мне с каждым днем все труднее установить, где кончается рассудок, где начинается безумие. Люба, пригласите пациентку Самойлову ко мне в кабинет. Вы совершенно правы, доктор. Будет лучше, если мы подготовим ее ко встрече с родными. Давайте, становитесь. Давайте. Давайте мне на спину. Сначала на него, а потом мне на плечо. Держу. Осторожно. Я держу, держу. Осторожно, мне не тяжело даже. Вы хотели меня видеть, доктор? Да. Проходите, пожалуйста. Люба, побудьте на телефоне. Конечно, доктор. Прошу вас, садитесь, Ольга Николаевна. Теперь благодаря вам нас осаждают журналисты. Я, кажется, знаю, что вы мне хотите сказать, доктор. Знаете? Я вижу у вас в руках сегодняшнюю газету. Вы разрешите мне ее посмотреть? Да, пожалуйста. Ваш сын, депутат, звонил из города. С минуты на минуту они будут здесь. Как вам удалось истратить 100 миллионов так, что никто этого даже не заметил? Почему вы думаете, что я их истратила? Так об этом говорят журналисты. Но я им не давала интервью и ничего не истратила. Я обратила все деньги в ценные бумаги и спрятала их. А почему вы так поступили? Разве я вас спрашиваю, что вы делаете со своими деньгами, доктор? Точнее выразиться, долгами. О, а вот и ваши родные и близкие. Пойдемте, я провожу вас в гостиную.
даже не знаю, что и сказать, мама. Просто не знаю, что сказать. Воспитанные люди говорят «добрый день» или «с наступающим Рождеством». Я не ожидала, что ты способна на обман, мама. А я не возмущен. Мне просто больно, мама. Понимаешь ли ты весь ужас своего поступка? Мы больше не владельцы торговой марки «Самойлов». Фы-фы. Мы не хозяева алкогольной империи «Самойлов». Фу. Зачем ты это сделала? Было слишком много водки. Я не должна волноваться, не должна волноваться. От этого появляются морщины. Что? Что ты еще продала? Все, что было завещено на мое имя. А вот это я готова спорить в суде. Помолчи, Петруша. А где деньги? Мама, не могла же ты их все истратить? Мама, дорогая, скажи, что ты с ними сделала? Я обратила их в большую пачку ценных бумаг и закопала. Закопала? Ты хочешь сказать, что спрятала? Я хочу сказать, закопала. Что, в землю? Так, я умираю. Подожди. А где ты их закопала? Я уже не помню. Господи, даруй моей матери минуту просветления. Так, спокойно. Мама дорогая, постарайся вспомнить, что ты сделала с нашими деньгами. С моими деньгами. Вы вашу часть получили и благополучно растранжирили. Нет, недопустимо. Недопустимо, чтобы ты оказалась первым человеком в семье Самойловых, который не осознает... Чего не осознает? Я хочу, чтобы ты внимательно меня выслушала. Состояние – вещь священная. Нас воспитала женщина-зверь, принявшая человеческое обличие. Я так больше не могу. Куда ты дела деньги? Я же тебе сказала, Гоша. Я их закопала. Где? Если ты сию минуту не скажешь... Мы отправим тебя в сумасшедший дом. А я сейчас где? На курорте в Швейцарии? Все. Давайте искать компромисс. Вы позволите мне провести снежное Рождество? Выпустить тебя отсюда? Об этом не может быть речи. Успокойся, Гоша. Скажи нам сначала, где деньги? От всех ваших криков у меня разболелась голова. Я больше ничего не помню. Что значит «больше ничего не помню»? У меня стучит в висках. Надо быть осторожнее, Гоша. Могу ли я чем-нибудь помочь тебе? Да. Единственная вещь, которая мне помогает, это те порошки, которые я принимала. Но они закончились. Мы закажем тебе новое, мама. Правда. Спасибо, Петруша. Вот рецепт. Позаботься об этом, Петенька. А завтра ты нам скажешь, что ты сделала с нашими деньгами? Скажет, скажет. Конечно, скажет. Правда, мама? Видите, как все хорошо? Мы обо всем договорились. Мама обещала, что завтра расскажет нам все. Ну, поехали, поехали. Мы же не собираемся встречать Рождество здесь. Да, тем более, что есть такая примета. Там, где встретишь, там и проведешь. Мамочка, до свидания. Счастливого Рождества. Что это с ним? Так, ладно. Сегодня мы все равно ничего не добьемся. Завтра утром приедем сюда снова. Пойди скажи доктору, чтобы он дал ей что-нибудь успокоительное. Лиля, я должна тебе сказать очень важную вещь. Ну что? Но не здесь, в моей комнате. Я хочу сказать тебе, тебе единственной, где я спрятала эти ценные бумаги. Мама! А почему именно мне? Потому что Гоша и Петруша глупцы. Если со мной что-нибудь случится этой ночью, все бумаги пропадут.
Милая моя мама, ведь ты понимаешь, что это Гоша захотел привезти тебя сюда, а не я. Так, где ты спрятала деньги? Ты же умная девочка. Где бы ты спрятала 100 миллионов долларов, если бы побоялась положить их в банк? Не знаю. Спрятала бы под какой-нибудь камень? Конечно, нет. Матрас? Конечно, матрас всегда у тебя под боком. Но если дом вдруг загорится... Ну, говори же скорее. Ты помнишь зоологический музей? Что находится на третьем этаже? Мама, я прошу тебя. Правильно. Отдел палеонтологии. Я запомнила это на всю жизнь. Я положила все ценные бумаги в набитое соломой чучело. Что? Я тебе не верю. Ну, попробуй придумать более надежное место. Послушай, ну, только сумасшедший мог такое сделать. Но ведь, по-вашему, я сумасшедшая? Интересно, как тебе удалось спрятать динозавра, пачку бумаг? Очень просто. Я взяла с собой бритву и пластырь. А как мне узнать, правду ли ты говоришь? Есть очень простой способ. Проверь. Лиля! Ты наверху? Господи. Да я даже не подумаю идти туда и рыться в этом динозавре. Ты что думаешь, я буду держать служебную машину весь день? Петя уже бесится. Перебесится. Не понял. Ты же сама хотела успеть на рождественский бал. Гоша? Да. Ты даже не поцелуешь меня на прощание? Только тебе я могу рассказать, где спрятаны деньги. Мамочка, ты, конечно, понимаешь, что я не хотел привозить тебя сюда. Это все Лилька. Да. Когда ты распорядишься освободить меня отсюда, тогда я тебе скажу, что бумаги спрятаны в консервной банке. Где, мамочка? Бумаги зарыты в зимнем саду президента. Я тебе не верю. Как ты попала туда? Был день рождения жены президента, и я была приглашена в резиденцию на банкет. Откуда мне знать, что ты все это не выдумала? Есть верный способ проверить это. Выкопать? Нет, я не позволю себе попасться в ловушку. Ты не там закопала эту консервную банку? Именно там. У фонтана с амурами, на клумбе с петуниями. Это какой-то дурдом. Если ты не поторопишься, Петя уйдет пешком. В конце концов, это моя машина. Ладно, уже иду. Я тебе не верю. Что такое? Мама. Идем. Мы все подслушали. Мы поступили нечестно, но вы правда спрятали все эти деньги? Да. Для моего фонда счастья. Ольга Николаевна, вы на самом деле думаете отдать их? Вы такая же щедрая, как и я, Вера. Ну что? Петруша, не гони. Так аптеки закроются. Вот и дверь, мышь! Огромная, как кошка! Скорее, Ольга Николаевна, забирайтесь на стул, скорее! Вера, я просто не знаю, что с тобой делать. Что такое? Вера, вы прекрасно знаете, что там нет никаких мышей. А Ольга Николаевна этого не знает. Как здесь скучно. Мне так хочется скрасить жизнь. Спасибо, Верочка. Я от страха постарела на 30 лет. Правда? Тогда давайте праздновать ваш столетний юбилей. Почему вы не в своих комнатах? Что скажет доктор? Любаша, ну ведь сегодня Рождество. Мы только подождем, пока пробьет полночь. В 12 часов наступает Новый год. А Рождество приходит тогда, когда на небе появляется первая звезда. Ее называют Вифлеемской. Ну ладно, раз уж вы все равно не спите, пойду-ка принесу кутю.
Так. Садитесь, садитесь. Вот она. Она горит. Значит, Рождество уже наступило? Начинаем кутить. С Рождеством Христовым, Ольга Николаевна. С Рождеством, Наденька. И вас, Моисей. С Рождеством Христовым, Ольга Николаевна. С Рождеством вас и Глеба. С Рождеством, дорогая Людмила. Снег. Снег! Пошел снег! Да, дорогая. Моисей, вы уже пол елки съели. Вы правы. Я опять слишком много съел. Вчера Любашину кутю, а сегодня... Интересная книга. Очень. Станиславский. Работа актера над ролью. Моисей, вы не должны заниматься гимнастикой сразу после завтрака. А я вам не мешаю? Нет. Пейте кофе, пока горячий. Вы что-то хотели, Верочка? Я вчера забыла вас поздравить с Рождеством. По традиции Рождество празднуют 14 дней. Две недели святок. С Рождеством, Ольга Николаевна. С Рождеством, Верочка. Ой, простите, я вам помешала. Благодарю вас. Извините меня, что я вам помешала. Ольга Николаевна. Слушаю вас, Надюша. Глеб тоже хотел поздравить вас с Рождеством. Спасибо, малыш. Только не целуйте его, у него же корь. Любаша, нельзя ли попросить вас добыть мне сегодняшнюю газету? Я могу пойти спросить у доктора Павленко.
Моисей, хотите, я научу вас приятному способу сбросить лишний вес? Приятный способ, с помощью которого можно похудеть, еще не найден. Одним словом, я знаю способ лучше вашего. Нужна колода карт. Подбросьте-ка их вверх. Зачем? Ну, чтобы похудеть. Ух ты! Теперь нагнитесь и подберите все карты, каждую в отдельности. Как интересно! Меня этому научили в Институте красоты. Спасибо, Ольга Николаевна. Так гораздо лучше. Правда, было бы удобнее собирать их, если бы человек мог одинаково гнуться во все стороны. Да, человек плохо устроен. Живот должен находиться сзади. Когда нагибаешься, он страшно мешает. Если приседаешь на корточке, то колени выдаются вперед. Они должны были бы собираться вовнутрь. А зачем посредине лица торчит нос? Он только мешает, когда люди целуются. Видно, создатель поторопился. Моисей, что вы делаете? Курс лечения, который поможет мне похудеть. Я думаю, что вы можете продолжить его у себя в комнате. Прошу всех подняться наверх, потому что я должен поговорить с пациенткой Самойловой. Гришко, отнесите, пожалуйста, кофе наверх. Терпеть не могу пить кофе у себя в комнате. Это мещанство. Правда, тетя Люся? Все время то вниз, то вверх, то вниз, то вверх. Нет, ну это невозможно. Все, мы пошли. Сестра сказала, что вы хотите посмотреть утренние газеты. Зачем? Так, по привычке. Вот они. Спасибо. Я представляю, как вы будете довольны, когда увидите, что вы натворили. Скандал на Рождество. Задержан депутат парламента. Георгия Самойлова застали с лопатой в оранжерее президентского дворца. Объяснить свои действия депутат Самойлов отказался. В данный момент по настоянию адвокатов Самойлов освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Рассматривается версия покушения на президента. Я только что разговаривал с ним, он очень недоволен. Еще бы. Представьте себе, перекопать клумбу президента. Да, ваше положение значительно ухудшилось. Зато мое настроение улучшилось. Подождите, подождите, не выключайте. Может, что-нибудь скажут о Петруше. На вечере Рождества Христова едва не обернулась трагедией для известного прокурора Петра Самойлова. Как сообщила служба спасения, минувшей ночью на даче семьи Самойловых обвалился печной дымоход. Потерпевший отделался легкими увечьями. Прокурор Петр Самойлов не смог объяснить причину случившегося. Мы встретимся в суде! Как они могли поверить вам? По-моему, следовало бы их упрятать под замок. Вы не находите, доктор? Странно, что нет ничего о Лиле. Ваша способность создавать скандалы достигла, по правде сказать, наивысшего предела. О, вот, наконец-то! Согласитесь, она неплохо выглядит на экране. Лиля всегда была очень фотогенична. Сегодня в Национальном зоологическом музее был совершен беспрецедентный акт вандализма. Охранники задержали женщину, осуществившую нападение на чучело динозавра. Неизвестная исполосовала экспонат лезвием бритвы. Не трогайте меня! При задержании нападавшая оказала сопротивление. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность неизвестной. Ее оказалась дочь олигарха Александра Самойлова, скандально известная светская львица Лилия Самойлова. Возбуждено уголовное дело по факту вандализма. Зачем вам все это было нужно? А как вы думаете, можно было оставлять деньги в руках этих людей?
Деньги сделали Гошу депутатом, деньги сделали Петра прокурором. Ни тот, ни другой не имели никакого права на эти должности. Лиля растранжирила все свои деньги на содержание своих шестерых мужей. Может быть, все это и так. Но они считают учреждение фонда счастья глупостью и абсурдом. Есть тысячи учреждений, где с умным видом занимаются глупостями. Не лучше ли сделать наоборот? Не совсем понимаю, к чему вы клоните. Я просто хочу помочь нуждающимся людям осуществить их заветные мечты. Я уверена, если бы Моисей получил скрипку тогда, когда он этого хотел, он не пиликал бы сейчас на одной струне в вашей тихой пристани. Я хочу, чтобы о моем муже вспоминали с благодарностью. Поэтому я не отрекусь от своего фонда счастья. Все, что вы говорите, не лишено здравого смысла и достойно внимания. Но я боюсь. Я боюсь, что после праздника, который вы устроили своим близким, они сделают все, чтобы вас оставить здесь, в этой клинике. У меня странное чувство. Может быть, я действительно сошла с ума. Мне так хотелось вырваться отсюда. Но прошло всего пару дней, и мне не хочется уходить. Вы хотите остаться? Я вдруг почувствовала себя такой уставшей, и мне захотелось отдохнуть. Ни о чем не думать. Знать, что мне не грозит одиночество. Покой, который вы обретете здесь, похож на отражение луны в темной воде. Стоит коснуться отражения, и от него ничего не останется. Нет, эти люди полны сочувствия друг к другу. Они жалеют друг друга, они оберегают друг друга, они понимают друг друга. Нет, мне не хочется уходить никуда. Ведь они этим счастливы. Откуда вы знаете? Мои глаза умеют видеть. Как глаза этих людей, которые видят только то, что хотят. Надя видит, как у нее отбирает ребенка тряпичную куклу. А Вера видит себя в зеркале прекрасной. Она прекрасна? Они прячутся в мире, который не больше ореховой скорлупы. Там нет места для вас, потому что вы умеете видеть настоящее. Я это знаю. Тогда где же мое место? В мире, где вы еще можете принести пользу. А. Как ты осмелилась сделать из меня посмешище? Как ты осмелилась? Мама, ты хотела меня убить? Ты знала, что этот старый дымоход обрушится, как только начну вынимать из него кирпичи. А это статья 15 «Покушение» и статья 121 «Умышленное, тяжкое телесное повреждение». Мы встретимся, мама, с тобой в суде. Честно говоря, я думала, что все остальные члены нашей семьи люди нормальные. Воображаю, как ты довольна тем, что еще раз опозорила фамилию Самойловых. Ты раскопал клумбу, Гоша? Да на меня набросилось 6 охранников и опрокинули меня на землю. Они решили, что я хочу подложить бомбу и организовать покушение на президента. Надо было сказать им, что ты лунатик, как это сделала я. Попробовала бы ты объясниться, когда на тебя навалились 6 здоровенных мужиков. Ох, она была бы только счастлива оказаться в таком положении. Так, Ольга Самойлова, мать скандально известного депутата Георгия Самойлова, была помещена в клинику в связи с нервным расстройством. Так, так, а, вот,
Некоторые демократические лидеры убеждены, что этот факт во многом объясняет многочисленные случаи странного поведения депутата в парламенте. Ты понимаешь, что для меня это значит, а? Вся эта история меня просто убивает. Ну, не нужно так убиваться. Поверьте, здесь всем хватит места. Они обращались со мной, как с настоящей преступницей. Они взяли у меня отпечатки пальцев. Лили, чуть не забыла. Все хотела у тебя спросить. А что находится в попке динозавра? Ты знаешь, как теперь называют нас журналисты? Сумасшедшие Самойловы! Что ты сделала с бумагами? Куда девалась ваша фамильная гордость? Где наши деньги? А где ваше самолюбие? И что мы теперь будем делать? Или вы выпустите меня отсюда, или будете заниматься раскопками египетских пирамид. Я мог бы согласиться освободить тебя при одном условии. Ты будешь сидеть дома, под наблюдением врача и сиделки. Я бы выпустил ее на свободу, если бы она дала слово никогда не выходить на сцену и вообще вела бы себя прилично. Свобода. Есть право выбирать из двух зол меньшее. А что мы получим взамен? Я буду давать каждому из вас ежегодно значительную сумму. Сколько? Я не поскуплюсь. Но большая часть состояния должна пойти в фонд счастья. Нет, это просто абсурд. А если мы заберем тебя, и ты снова обманешь нас? И что мы тогда будем делать? А что вы можете сделать сейчас? Гоша, лучше уж нам решиться. Ну, хорошо. Петруша, напиши заявление, что мы забираем маму из клиники. Нет, Петруша, подожди. В чем дело? Мне кажется, я нашла. Я нашла выход из положения на обложке этого медицинского журнала. Лилия, подпиши. Но для начала я должна кое-что прояснить. Лилия, подпиши. Гоша, не подписывай ничего, пока я не вернусь. Что она могла там найти? Она нашла способ обмануть вас. Если вы станете ее слушать, не получите ни одной копейки. Вы что-то хотели? Доктор. Пентотал. Нет. Я никогда не пойду на это. Вы понимаете, что речь идет о 100 миллионах долларов? А вы понимаете, что это может ее убить? Доктор, вы получите миллион наличными, как только деньги будут в наших руках. Это противоречит врачебной этике. В таком случае это сделает кто-нибудь другой. Ну что, готово? Что вы там написали? Что помещение твое в клинику было ошибочным, и мы просим освободить тебя. Скорее подписывайтесь. Достаточно и двух ваших подписей. Что же делать? Ну что, подписывать? Лилька и так причинила нам немало бед. Я так устал от всех этих перемен. А вдруг мама снова обманет нас? Когда выйду на свободу, выполню свое обещание. Подписывайся, Петр. Что вы делаете? Подписываем заявление. Ты тоже подпиши. В этом нет необходимости. Лилия. Ты об этом пожалеешь. Ты не имеешь права так поступать, не посоветовавшись с нами. Заткнись, Петруша. Прочти лучше вот эту статью. Пентотал применяется к больным, находящимся в состоянии транса. Также этот препарат называют сывороткой правды и применяют к преступникам, когда хотят заставить их сказать правду. Ну? Теперь вы понимаете?
Доктор, доктор, вы должны немедленно ввести эту сыворотку нашей матери. Доктор, я уже не имею права голоса. Что здесь происходит? Злоупотребление служебным положением, статья. Петя, помолчи. Доктор, я приказываю, вы должны сделать это сейчас же. Ольга Николаевна, ваши опекуны имеют право забрать вас отсюда. И даже если я откажусь, они найдут способ подвергнуть вас воздействию пентотала в другом месте. Нет, я не буду в этом участвовать. Подумайте. Сейчас наступил момент доказать, что вы в состоянии мыслить здраво. Хорошо. Я не хочу, чтобы вы продолжали меня мучить. Я вам скажу, где находятся бумаги. Они... Мы пришли вас спасти! Мы поможем вам, Ольга Николаевна. Вот случайно, совершенно случайно подслушали. Как вам не стыдно, как вам не стыдно, как вам не стыдно, как... Доктор, что это за люди? Это мои друзья. Но это же психи, доктор. Разве вам не приказано быть в своих комнатах? Доктор, мы протестуем. Да. Граждане, какое вы имеете право выражать протест? Я вам очень благодарна за ваше желание помочь мне, но даже доктор не может ничего сделать. А что же делать, Ольга Николаевна? Отдать бумаги. Я думаю, что это лучший выход из положения. Ну так где же они? Вот. Не делайте ему больно! Вот ваше сокровище. О, Боже! Она все время таскала их с собой. Кто выключил свет? Помогите! Наверное, вошла тетя Люся! Где выключатель? Зажгите свет! Минутку терпения! Минутку терпения! Да включите же, наконец, свет! Посмотрите, как красиво сверкает елка! Включите свет! Минутку терпения! Да включите свет, наконец! Кто посмел погасить свет? А свет погасила одна из наших пациенток, Людмила Фролова. Электричество – это ее фобия. А где Лиля? Она была здесь. Она там! Она там! Лиля! Лилечка. Лиля! Сестренка, ты что? Лиля! Меня толкнули чем-то твердым в лицо. Это не я. Я стоял слишком далеко от вас. Их нет! Бумаг на столе нет! А? Что ты с ними сделала? Я положила их на стол. Вы все это видели. Тогда где же они? Извините меня. Это, конечно, не мое дело. Но, может быть, это тетя Люся взяла их. Она выключила свет, потом взяла бумаги и ушла. Сестра, найдите Фролову, надо задержать ее, пока не произошло непоправимое. Какая прелесть эта тетя Люся. Я больше не могу. Лиля... Не могу, я схожу с ума. Присядь. Может быть, это вас успокоит? Не хотите попробовать? Вер, погуляем? Дёнь! Это просто сумасшедший дом. А разве ты не знал? Тётя Люся! Да, Люба. Хорошо. Хорошо. Превосходно. Ну что? Все двери заперты, сторож предупрежден. Сейчас сестра осматривает чердак. Эту женщину уже нашли? Пока нет. Тогда что означают эти слова ваши? Хорошо, превосходно. Приняты все меры предосторожности. Да эта сумасшедшая завладела 100 миллионами долларов в ценных бумагах. Как вы думаете, что она могла с ними сделать? Она может их съесть.
Они были здесь, возле нас. Стоило только протянуть руку. Почему ты ее не остановил? Я? А может быть, и не она взяла эти бумаги? Конечно, это была она. Никто другой не мог этого сделать. А ты, например? Лиля была далеко от ста. А может, она незаметно для всех взяла их и спрятала на груди? Надежное место. Ты ведь не взяла их, Лиля? Да я вообще была под диваном. Вы что, не понимаете, что она хочет нас натравить друг на друга? Да, но кто же другой мог их взять? Доктор, разве это необходимо, чтобы все эти люди находились здесь? Прошу вас всех подняться в свои комнаты. Никто не должен покидать помещение до тех пор, пока всех не обыщу! Да! Все сейчас же раздевайтесь. Стойте! Ближе всех к столу. Когда погас свет, был этот тип? Да-да. Он стоял прямо напротив стола. Что вы скажете на это? Я не брал их. Я не люблю бумаги. Посмотрите, доктор, я нашла тайник тети Люси. Дайте его мне. Отдай! Что такое? Уйди! Отдай! Узнаю тетю Люсю. Столько света в такой маленькой коробке. А где вы это все взяли? На чердаке за трубой. Мы должны немедленно найти эту женщину. Лиля, Петя! Да. Сюда. Георгий Александрович. Петруша, посмотри здесь! Перестань. Люся! Ну что вы Петруша! Делаете? Где Люся! Же она может прятаться? Перестаньте кричать! Там смотри! Гоша, здесь посмотри! Я вас прошу, Лиля, Гоша, как сюда! Вы себя ведете? Что, Лиля, что такое? Не мешай! Иди быстрее! Что такое? Не надо! Нам. Что не надо? Гоша! Перестаньте! Это она! Да что? Ты тут! Арестуйте ее! Гражданка, верните наши бумаги! Лучше я расспрошу ее, вам она не ответит. Еще как ответит! А вы за это ответите в суде. Петя, молчи. Иногда молчание действительно золото. Я к вам обращаюсь. Вы будете отвечать или нет? Терпеть не могу все на свете. Особенно терпеть не могу раздвижные двери, плевательницы, самолеты, драки, тараканов, молнии, кетчуп, толстокожих животных и политических деятелей. Что она хотела этим сказать? А по-моему, она выразилась достаточно ясно. Говорите, где наши бумаги? Не нужно кричать, Гоша. Тетя Люся и так тебя прекрасно слышит. Но она тебе не ответит, потому что ни с кем не разговаривает уже 20 лет. Кого ты пытаешься обмануть? Она же только что говорила! Прошу вас, предоставьте все это мне. Я предоставлю вам отдельную камеру. Послушайте, это очень важно. Пожалуйста, сделайте мне знак «да» или «нет» в ответ на мои вопросы. Скажите, вы взяли со стола в гостиной бумаги или нет? Посмотрите на меня. Доктор, учтите, вы ответите за все. Скажите, уважаемый Георгий Александрович, а что я могу по-вашему сделать? Ну, обыщите эту ужасную женщину. А лучше введите ей сыворотку правды. Это невозможно без согласия ее опекуна. Тетя Люся не брала бумаг! Их взяла я! Это она! Какая у вас красивая диадема! Мне сказали, что вы в ней даже спите. Немедленно обыщите ее. Вы мне не нравитесь. Сестра, отведите Гришко в ее комнату и проведите досмотр. Досмотр? Досмотр должен проводиться в присутствии понятых. Досмотр? У Веры нет никаких бумаг. Откуда вы знаете, Денис? Потому что эти бумаги взял я. Он вор. Подожди, верните мне их, молодой человек. Их нет.
Вы что, действительно взяли бумаги, Денис? Да, доктор. И что вы с ними сделали? Я? Выбросил их в окно. Гоша, ну что ты стоишь? Немедленно беги на улицу! Да он не мог выбросить в окно, там решетка. Да как вы смеете издеваться над нами, а? Георгий Александрович, не трогайте его. Да, но он сам сказал, что бумаги взял он. Это неправда. Откуда вы знаете? Знаю. Потому что когда погас свет, я обняла Дениса. Я боялась, что с ним что-нибудь может случиться в этой суматохе. Я ведь предупреждал вас, сестра. Бумаги взял я. Там наверху пожар! Пламя вот такое огромное! Вера, не выдумывай, сейчас не время. Честное слово, вот такой высоты! Вера, немедленно возвращайтесь в гостиную. Денис, если вы взяли эти бумаги, куда бы их дели? Это не он. Не он. А кто? Да, я взяла их. Боже мой, да тут целый заговор. Что вы с ними сделали, Надя? Я не могу этого сказать. А, эти люди просто смеются над нами. А наверху что-то горит? Вера, сядьте. Ой, я не могу сесть. Я не дошила платье, оно все на булавках. Сестра, будьте так добры, отведите Гордею в ее комнату и... Первые обещали обыскать меня! Ольга Николаевна, я ничего не скажу, даже если меня закроют в комнате и остригут наголо. Бесполезно обыскивать Надю. Значит, бумаги все-таки взяли вы? Нет, я не брал. Но я знаю, кто их взял. И это не Надя. Так кто же? И даже не Вера. Нас не интересует, кто их не взял. Скажите нам, кто взял? Я... не уверен, кто это. Но я знаю, что их взяла женщина. И знаю, что это не тетя Люся. А как вы определили, что это не тетя Люся? От тети Люси никогда не пахнет духами. Зато наша Лилия просто купается в духах. Мам, но я же лежала под диваном. Нужно вызвать следственную бригаду и произвести экспертизу. Тише. Вы бы смогли узнать запах этих духов? Думаю, что да. Я лично пользуюсь мадемуазель Шанель. Очень приятный запах. Правда, Моисей? Это не вы. Я советую обнюхать Лилию. Гоша, я не могу больше этого терпеть! Они сделали из нас посмешище! Что-нибудь чувствуете? Да. Что? Дым. Доктор, я нашла то, что горело в ванной у тети Люси. В ванной? Я думаю, это и есть бумаги. Вернее, дайте то, взглянуть. Что от них осталось. Нельзя понять, что это были за бумаги. Фролова, вы взяли эти бумаги, а потом сожгли их в ванной комнате. Остался маленький кусочек, он не успел сгореть. Вы можете разобрать, что это? Теперь нужна графологическая экспертиза. Заткнись, идиот! Нет, не нужна. Я и так вижу. Это все, что осталось от 100 миллионов. А их можно как-нибудь восстановить? Нет, никак. Неужели они пропали? Неужели они пропали? Неужели все пропало? Где? Где эта женщина? Вы жалкий человеческий обломок! Где Ладейка? Вы хоть понимаете, что вы натворили? Оставь ее! Айвазовский несчастный! Оставь ее! Не бойтесь. Ох. Не бойтесь его, Людмила. Я уверена, вы терпеть не можете слез. Вы терпеть не можете слез. Прошу меня извинить. Но наши пациенты не должны утомляться. Вам лучше уйти. Я... прошу. Я нищая. Я нищая. Но у вас такая красивая диадема. Оставь меня в покое, ужасное создание.
Неужели теперь мне придется выйти замуж за какого-нибудь престарелого миллионера? Успокойся, Лиля, мы поправим дела. Я пока еще депутат парламента. Надеюсь, теперь это ненадолго. Доктор, всю ответственность за случившееся я возлагаю на вас. Вот теперь, доктор, мы встретимся в суде. И ваша богадельня будет закрыта. Это я вам гарантирую. Гоша, отвези меня домой. Прошу тебя, отвези меня домой. Гоша. Что еще? А я? Не беспокойся. Я позабочусь о том, чтобы ты окончила свои дни в сумасшедшем доме. Статья 151. Принудительное лечение. Вы хотели проучить их? Думали, что их можно переделать? Никто не может переделать человека, если он сам этого не захочет. Ваша мысль полна здравого смысла. Вот поэтому я останусь здесь. Легко не придавать значения деньгам, если у тебя миллионы. Ведь я могла столько сделать, столько всего. Теперь я только вздорная старуха в глупой шляпе. Георгий прав. Мое место в сумасшедшем доме. А я могу сейчас же отпустить вас под свою ответственность. Пока я еще отвечаю тут за что-то. А после праздников тихая пристань пойдет с молотка. О! Из-за меня всем придется расстаться. Я потеряла все свои деньги, но нашла вас, Моисей. Вас, Надя. Вас, Верочка. Дениса. Людмилу. И вас, дорогая Люба. Ольга Николаевна, я бы хотела вам тоже сделать подарок к Рождеству. Хотя это не бог весть что. Мои бумаги. Правда, здесь нет того кусочка, который я сожгла вместе с газетами, чтобы вся эта история выглядела более правдоподобно. Как это вам удалось? Я просто бросила их под стол, когда выключили свет. Только не говорите, что вы хотели их украсть. Ну, должна признаться, был момент, когда мне хотелось оставить их у себя. А что же вас остановило? Я подумала, чтобы об этом сказал Денис. Денис мой муж. Доктор позволил мне находиться рядом с ним, пока он не выздоровеет. И я надеюсь, что теперь ждать осталось недолго. Я понял, что могу подарить вам. Только не вашу скрипку, Моисей. О, нет, вы же не умеете на ней играть. Но я подарю вам мелодию, рождественскую мелодию, чтобы она всегда была с вами, где бы вы ни были. Вот она. Он играет. Посмотрите. Я люблю Брамса. Я единственная никому ничего не подарила. Я хотела бы подарить вам завтра. Доктор, я оплачу все долги тихой пристани. Но... Нет, не спорьте со мной. Я доставила вам столько неприятностей. Нет. Это стоит в 100 раз дороже. Мы напишем с вами новую оперу, Моисей. Поставим настоящий спектакль. А я буду играть принцессу! Рождественского ангела. Мы поставим мистерию. У меня есть крылья! Надя будет Марией, Моисей Иосифом, а тетя Люся сияющей Вифлеемской звездой. Я люблю звезды.